вода очень холодная. Было намного сложнее, чем в прошлом году. Жрать надо меньше. Гуляй, рванина, это называется. Что-то там про мозги. Неизвестно, сколько продержится второй босс. Тихо, тихо, тихо. Ломается техника, ломаются люди. Доброе утро, дамы и господа. Начинается наш второй день. Тим Викторович, что мы сейчас делаем? Мы делаем суперкашу энергетическую. И что, а в чем прикол-то? На самом деле это каша, которая состоит из 4 видов злаковых. Вот, это раз. Сухофруктов. Это два. И сгущенки. Итак, друзья, у нас начинается преодоление брода первого, который мы вчера не смогли преодолеть, потому что было уже поздно. Вода очень холодная. Не передать. Ну как ваше впечатление? Ну как сказать? Честно. А честно, надо камеру выключить. Ну, в общем, это было намного сложнее, чем в прошлом году у нас был брод. Потому что, во-первых, больше ходок, но и поглубже он был, чем в прошлый раз. Рюкзаки тяжелее. Тихо, тихо, тихо. Вот такие вот льдины падают прям на голову. Прям по шлему, короче, фигачит. Нет слов, одни, да и эмоций даже нет. Короче, выехали мы наконец-то с этого говна, с этой, позволение сказать, дороги на обычную двухполоску. Короче, нереально. 10 часов тащили велосипед. Потом посмотрим, сколько мы тащили по времени. Ну, часа 4 точно. Устали, пипец. Все грязные, велики. Отдельная песня. Все скребет везде. Везде песок, грязь, вода и комары. Купаешься? Да, вот. Как свинья. Как купаются рок-звезды. Не в славе, а в говне. Что хочешь сказать? Речушка. Рвянка. Рвянка? Да. Гуляй, рванина, это называется. Очень подходит под наш прикид. Ну вот, друзья, мы доехали до Вышневолодского водохранилища. Фактически доехали. Вот он. Не прошло и года. Да. Ноги отказывают помаленьку. В Рвянке искупаемся сейчас. Нет, спасибо. Мы прибыли. Куда? На точку. День один. К концу подходит день два. А мы прибыли на точку день один. Мы прибыли на точку день один. Да. Короче, показываю место. Ну так вот, наш ужин, картошечка, точнее пюрешка с тушеночкой. Это к тому, что сегодня заканчивается наш второй ходовой день. Подведем итоги. У нас, да, очень много поломок. Ломается техника, ломаются люди. Тим повредил ногу, колено. Непонятно, что ждать завтра. Сможет ли он продолжать поход или нет. Повредился у Тима багажник. Лопнул болт. Болт остался в багажнике. Ну как багажник, в раме он остался. Да. Его не выкрутить. Но есть еще одна дырочка. Да, но на моем велосипеде... Отверстие. Наверное, велосипед женский. Не, ну выглядит как мужской, конечно. Ну, не знаю теперь. Всем передаем привет с берегов Вышневолодского водохранилища. От комаров отдельный вам привет. Лёх, ты чувствуешь себя эстетом? Друзья, смотрите сами, где еще я смогу выйти, посмотреть на закат, выпить чашечку чая. И домашней кружечки. Вот она у меня дома стоит, а тут она раз у меня уже здесь. Взять, засунуть в кармашек, ручку. Оп! Понятно. Вот где я еще это сделаю? Приятного аппетита и спокойной ночи.